Всем привет, друзья! Сегодня рано утром к нам пришла, к сожалению, очень печальная новость о нашем любимом российском телеведущем Борисе Корчевникове. Мы были шокированы этим известием. Многие из нас просто зарыдали от этого. Об этом мало еще кто знает, но скоро об этой трагедии узнает вся Россия, так как эта новость набирает большие обороты в интернете. Мы не можем сдержать слез, так как этот телеведущий был нашим любимым. В сегодняшних новостях говорится о том, что в шоу-бизнесе появился такой слух, что российский телеведущий Борис Корчевников заканчивает свою карьеру и уходит с телевидения. Всему виной то, что у него начала развиваться его болезнь, которую все считали, что она уже у него прошла. Информации очень мало, друзья. Мы следим за развитием этого события. Мы тоже хотим узнать всю правду. Будем надеяться, что рано или поздно мы все-таки докопаемся до этой правды, и нам станет более известней что-то об этой ужасной трагедии. Давайте в любом случае поддержим Бориса Корчевникова. Будем надеяться, друзья, что с ним все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал. Не пропускайте свежие выпуски, которые выходят на нашем канале каждое утро. До скорых встреч, дорогие наши зрители!